Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Виктор Басков умер после продолжительной болезни. В семье певца Николая Баскова год назад произошла трагедия. Из жизни ушел его 67-летний отец Виктор Владимирович. О трагедии сын узнал за несколько минут до выхода на сцену во время закрытия вторых европейских игр, проходивших в Минске. Позже Николай рассказывал, что серьезные проблемы со здоровьем у отца начались еще несколько лет назад. Оказалось, что Виктор Владимирович перенес операцию по пересадке органа, правда, какого именно певец не уточнил. Похороны Виктора Баскова прошли в закрытом режиме. Тогда Николай сообщил, что семья должна пережить трагедию без посторонних, отказывался от комментариев и даже временно перестал вести страницу в Инстаграм. Сегодня, в день годовщины смерти, певец поделился с подписчиками воспоминаниями об отце и опубликовал в личном микроблоге фотографии из семейного архива. Басков отметил, что его отец всю жизнь служил в армии, у него всегда было много друзей и он был прекрасным, мужественным и добрым человеком. Он был лучшим мужем и отцом на свете. Он так много дал мне внимания, заботы, поддержки. Сколько я себя помню, он всегда был со мной, на моей стороне, за меня. Я всегда мог на него рассчитывать, всегда мог рассказать ему все как есть, и хорошее, и не очень. Всегда мог получить совет, любую помощь. Он был для нашей семьи опорой, тылом, каменной стеной. Он пример главы семьи во всех пониманиях этого слова. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.